сюда. Сказали, что на несколько секунд слово забор. ПСЧ говорит, да, второй это ПСЧ, 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 ПСЧ. Волна один, волна. Установка на экстерном фонтаже и рабочем.
место аварии, с помощью подпорной стенки выполнено, приступаем к развертыванию нефтесборного оборудования. Понятно. Ну, во-первых, это проверка реальности планов, ликвидация аварийных ситуаций на железнодорожном транспорте. Значит, отрабатывали сосредоточение необходимой группировки сил и средств на месте чрезвычайной ситуации. То есть по замыслу все силы, они выдвигались из места постоянной дислокации. То есть вот этот момент отрабатывался и... отрабатывались само взаимодействие прямо на месте, ну, в зоне чрезвычайной ситуации. То есть это организация связи, организация выполнения практических мероприятий и вопросы управления на силами и средствами на месте ликвидации ЧС. Задача перед нами стояла локализовать разлив цистерны с дизельным топливом и ликвидировать разлив, раскачать его в емкости временного хранения и передать заказчику на дальнейшую утилизацию. Какая вообще техника сегодня здесь использована? Здесь, значит, нами представлена техника была для сбора нефтепродуктов с суши. Это вакуумные нефтесборные установки, перекачивающие установки, установки для утилизации, емкости временного хранения. Здесь. Там чуть-чуть. Вот это.
Встала? Встала. Итак, что там, блядь? Вместе.